Всем привет, с вами Гуф-Гуф, и только что я зашел в игру, и сразу началась ночка, так что, ребят, давайте сейчас просто пойдем и немножечко поотпугиваем светлячков, только я их не вижу, мне кажется, что я зашел не вовремя, зашел немножечко с опозданием, и сейчас мне эти отображаться не будут, или будут, а я только пока что не вижу их. Ладно, сейчас посмотрим на все популярные поля, на которых они обитают. Так, на ананасиках, вижу, вижу цель, бежим. Кстати, тут есть квест выполнен у... Мишки ученого, сейчас мы ему как раз и отдадим, возьмем новый, а убьем сразу боссов, и еще, ребята, мы построим небольшой план, что мы будем делать в этой серии. В прошлой серии мы остановились на том, что я что-то себе прикупил, вроде бы синий наплечник, да? Вот купил вроде бы синий наплечник, но сейчас, ребят, я нахожусь вот в белом наплечнике. Почему это так, ребят, сейчас я вам расскажу, только дайте я пособираю награды из этих вот светлячков. Не хочу терять, ребят, а вдруг сейчас повезет и выпадет старжелейка, все-таки вот бывает такое. Что иногда везет. А почему я это так сделал, сейчас я постараюсь объяснить. Там что, лунный или легендарный? Я что-то не могу понять. Так, давайте паучка сразу убьем. А где они полетели? А вот они, на клубничку полетели. Ну, пока они долетят, ребят, я как раз паучка убью. А ну-ка, паучок, давай, сдрысни. Ага, ясно. Ничего он нам не хотел подарить хорошего. Ну, тогда пока. Пандабир. Выполнили квест. Тоже отлично. Вот прям вот с самого старта, ребят, ролика мы сразу два квеста будем сдавать. Эй, вы куда? Я еще не дофармил, ребят, вернитесь. Вот зайдут на пару секунд, я чуть-чуть пособираю, они сваливают. Вот как с ними играть, как с ними вообще общаться? Давайте сейчас сдадим квест панде Мишке, и сейчас я вам буду рассказывать, что вообще случилось, что вообще произошло. Так, я получил Silver Egg, или я сейчас получу? Ага, я вот прямо уже получил. И нужно теперь выполнить квест... Вот. Он мне сейчас рассказывает за волка. Я, ребят, обещал, что буду переводить, что он рассказывает. Но что-то я подзабил немножечко дело на это, потому что каждый мишка повторяет то, что он говорит. Короче, я даже переводить не буду. Он там просто сказал, чтобы я убил волка. Это классно. Сейчас, ребят, мы опять выполним его квест. Вот я понимаю, это самый-самый квестовой, походу, ролик будет. Я тут очень много квестов сдам. Давайте сейчас я пойду к еще ученому Мишке. Что он там нам сейчас даст, посмотрим. Если будет изичный квест, так мы его сегодня еще выполним тоже. 90 тысяч, получили уже пятую колбочку. Теперь берем новый квест. Смотрим, что он вообще пожелает. 6 ринобитлов, 4 скорпиона, розы, кактус. Очень изичный квест. Ребят, в этом ролике мы также его выполним. Ну, я так понял, что в этом ролике будут одни выполнения квестов, походу. Ну ладно, давайте сейчас я вам объясню то, что я вам хотел сказать в начале. Короче, вчера я зашел, чтобы сделать скриншот, картинку для 13 серии. И, ребят, знаете что? Я увидел, что появилась ночка. Я там вроде бы кого-то убил. Не помню кого. И мне что-то очень классное выпало. Ага, да, я вспомнил, ребят. Я вот только что посмотрел на скриншот и вспомнил. Ребят, я получил там 5 тикетов из одного ринобитла. Сейчас у меня 1 200 000 меда. Кто-то, возможно, не в доумении, откуда у меня столько меда. Да, ребят, ну, я вот когда зашел, там был росточек. Вы сейчас можете это все видеть на скрине. Отлично, там и тикеты я получил с ринобитла. И росточек был, я хотел его зафармить. И для того, чтобы я очень много наград собрал с этого росточка, я взял это плечо. Оно же на 10% увеличивает скорость, как вы помните. А то плечо, которое я купил в прошлом ролике, синее, оно скорость это убрало. И вот чтобы максимально много собрать наград, я себе надел опять это плечо. Пока что пускай оно у меня будет, вот пока записываю серию. Если надо будет надеть, я надену обязательно. Ну а пока что пускай так будет. Оно мне сильно не мешает. А теперь по поводу бейджиков. Тут вроде бы кажется был у меня бейджик, да, вот Blue Flower. И мне кажется, что еще где-то какой-то был почти выполнен. А нет, это только кажется. Окей, а по поводу тикетов, ребят, еще чуть-чуть, и мы скоро посетим вот этот магазин. Дальше, что мы еще в этом ролике хотим купить, ребят? Точнее, не мы, а я. Я, ребят, очень сильно хочу себе купить либо ботинки, либо шляпу. Ну, чтобы вот я мог сюда вот удобненько вот забраться наверх, выпрыгнуть и не напрягаться. Я думаю, что как раз вот того вот 10 к моему джампу будет хватать. Ну, все-таки мне кажется, что это будет шляпа. Еще 1 000 000 остался, и давайте сейчас мы попробуем это быстро нафармить. Это нафармится очень быстро, сейчас фарм очень легко идет. Вот тут вроде бы квест есть какой-то почти завершен. А вот полярный мишка, 50 на кловере и на бамбуке еще 3 000 осталось. Кстати, росточек появился. Отличненький. Давайте сейчас мы его и вскопаем. Тут какой-то нубик его собирает.
что это за нубик. Случайно не джаз-бомжик, а то в комментариях, и даже не в комментариях, даже вот прям, когда я просто захожу, я очень часто встречаю джаз-бомжиков, вот с таким прям ником, как у меня. И также еще ребята в комментариях пишут, что я вот захожу как бы в игру, играю, а там джаз-бомжик, прикинь, а это не ты, просто это был дисплей-ник. Вот тот, который просто для отображения в чате. И вот здесь. Но на самом-то деле это были не джаз-бомжики. Короче, 32 тысячи осталось. Давайте сейчас это по бырику вскопаем. Взял красную бомбу, она вообще мне ничего не дала. Вот поэтому, ребят, я хочу убрать тех пчелок, которые дают красные бомбы. Ну и синие тоже. Лучше поставить пчелок, которые дают просто буз-бомбы. Буз-бомбы топ. Окей, сейчас смотрите, я хотел в прошлой серии сказать по поводу... Я в прошлой серии говорил, что хочу узнать по поводу того, влияет ли бонус полон на пыльцу от сбора пчелок. И так и не посмотрел, ребят. Вот уже в следующей серии, ребят, я вот вам прям обещаю, что вот точно возьму, почитаю информацию, как там вообще, что влияет на фарм пчелок. Ну вот есть, конечно, тут вот... Бонус такой вот, pollen from bees, который как бы влияет именно на пчелок. Но вот по поводу просто pollen, я не знаю, надо будет почитать информацию. Короче, 14 тысяч осталось. Я реально просто даже не успеваю ничего сделать. Все очень быстро сейчас сделается. Хотелось бы, конечно, чтобы очень быстро и купились шмотки из этого магазина, из того магазина, из того тоже магазина. Тогда было бы вообще топчик, ребят. Я бы, можно так сказать, стал боженькой в этом режиме. Так, 7000 осталось. Вот, пятерочка. Поднимаем мину и все. И, ребят, смотрите, как много собирается. Ну, как бы не особо и много, но по чуть-чуть идет. Окей, сейчас росточек взорвется, а я так и не насобирал этих токенов скорости, чтобы я быстрее передвигался. Вот жаль. Так, смотрим, что тут у нас из этого росточка выпадает. Вот это я забираю. Блин, реально желейку не успел забрать. Ну, ресурсы, токены меда и какие-то очень ценные ресурсы я буду точно хватать в первую очередь. Вот смотрите, вот токены меда сейчас мне очень сильно нужны. Если я выполню 10 квестов Honey Bee, я получу старжелейку, а это надо очень стараться, очень сильно стараться. Там 5000 Honey токенов нужно собрать с последнего квеста, то есть с 10-го. Ладно, а по поводу коричневого мишки, я даже не помню. А, есть квест. Вот, тут нужно на Pine Tree Forest немножечко. Ну ладно, давайте сейчас полярного мишку да выполним. Тут какой-то чувак опять кинул росток, думал, что я буду копать. Нет, я не хочу копать. А можно, в принципе, покопать. Там какой-то челик пришел. Давайте сейчас поможем, пособираем. А почему бы нет? Вот сейчас на халяву просто токенов нахватаем. А он ушел. А нет, не ушел. Мне показалось. Сейчас там вроде бы еще разочек он копнет, и у него белая пойдет полоса, вот. И очень много меда сразу собирает. Ладненько. Сейчас будем хапать еще ресурсы. Блин, немножечко мешают мне ребята вот своими ресурсами. Я вот, вот, смотрите. Опа, 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 ча. Просто трачу время на это. Во, вот так вот. Побольше токенов нам нужно. Так, у нубика не надо отбирать. Он слабее нас. Так, клубничку забираем, печенюшки. Все нужно, ребят. Нам сейчас все нужно. Любой ресурс, который выпадает, мы должны собирать. Опа, тихо, рыжелику тоже нам нужно. Все, ладно, сваливаем. Ты давай это собирай, а я пошел. Кловер, 40 тысяч осталось. Давайте я докопаю, а потом, ребят, мы продолжим. Конечно, еще хотел, ребята, в этой серии убить команда цыпленка. У меня, кстати, пчелки все уже такие отлично прокачанные. Уже есть много этих пчелок. Еще пару пчелок, и у меня уже будет 25, ребят, получается. Так что, возможно, если еще будет время, ребят, я все-таки пойду и убью этого команда цыпленка. Может, там оттуда что-то очень интересное выпадет. Так, ну все, на кловере мы закончили. Давайте сейчас попробуем вызвать Honey Storm, пособираем немножко тикеты. Вот хотелось бы, конечно, сейчас хотя бы 3 штуки собрать. Пока что ни одного тикета я и не вижу. Какой-то плохой медовый шторм выпал. О, блин. Так, ладно, давайте токенов пособираем. Я вот смотрю сразу на 2 поля. Хочу, вот прям очень сильно хочу собрать побольше тикетов. Ну, что-то... Сегодня нам не повезло, ни одного тикета так и не выпало. Ладно, сваливаем на бамбук. Сейчас завершим квест полярного мишки. Отдадим ему. Потом, в
принципе, еще бы хотелось, ребята, завершить какой-то еще один квест. Ага, да-да-да-да, панду мишку мы тоже сегодня завершим. Pumpkin Flower, это же вроде бы черный мишка, нет? Это он всегда просит так много пыльцы, 315 тысяч. А, многовато, многовато, согласитесь, ребят. Опа, так, нам надо сюда завернуть, на, чуть-чуть. Вот, нужно 2500 пыльцы собрать. Так, один, второй. Вот я заметил, что на ролике что-то ничего не выпадает. Просто, когда я захожу в игру, чтобы сделать скриншот на картинку, на превьюшку для видео, ребят, там постоянно то 5 тикетов из Рино Битла, то еще что-то. Опа, я вижу, что-то появилось, ребят, сейчас будет очень много сияния. Так, надо будет собирать. А ну-ка, давай, начинай. Давай. Ху-пу. Опа, есть. Забираем. Так, что тут у нас? Опа, лунный шарм. Отличненько. Так, среди белого дня собирать лунные шармы плюс тикет, это вообще... Ляпота. Это ляпота. Так, давай еще разочек. Оп. А что сюда? Давай куда-то на центр, чтобы прям хорошенечко так. Во, вот, видите? Так, больше ресурсов выпадает. Все, спасибо. Спасибо, тыква. Я тебе очень благодарен. Блин, ни одного тикета не выпало. Вот это засада. Ладно, пошли, ребята, к полярному мишке. А потом от полярного мишки пойдем к панде мишке. Вот, сразу два квеста выполнили. Еще есть квест коричневого мишки. Можно, в принципе, сегодня выполнить на изи. Так, полярный мишка, что ты нам дашь? Я очень сильно, прям очень сильно хочу, чтобы ты мне дал... Ну, вот именно это. 150 тысяч. Отлично. Росточек, тикет. Супер. Сампик Ван Лав. Привет. Давайте мы ему опишем. И закрываем чат, чтобы не мозолил глаза нам. А, и новый квест надо взять. Так, что у нас тут есть? 8 мантисов. Sunflower Field 60 тысяч. Пампкин 150 тысяч. Легкий квест. Очень хороший квест. Только... Блин, мантисы. Вот проблема с мантисами будет, ребята. Сейчас надо будет немножечко попасть с мантисами. Сколько они вообще времени возрождаются? Нужно 3 ходки сделать будет. А, блин, я сюда не смогу прийти. А, блин, я забыл. Ладно, давайте так вот сделаем. Сейчас убьем. А, нет, не убьем, ребят. Я же вот только что вот недавно прям перед вами убил. 5 минут надо ждать. Там 2 мантиса были, и надо было туда поворачивать. Ну да ладно, короче, не беда. Уже 318 тысяч есть. Сейчас давайте посмотрим, сколько масочка стоит. Мне кажется, 2 ляма 200 тысяч. И как-то так вроде бы она стоила. Вот когда я последний раз на нее смотрел, именно так она и стоила. Нет, 2500. Тогда нам еще нужно, ребята, один лимончик в этом ролике нафармить. Ну, по ресурсам все хорошо. Ресурсы все есть. 10 защиты, 10 джамп-пауэра, 15 пыльцы получим. Также улучшим характеристики пчелок. Тоже хорошо. Давайте сейчас в рулеточку сыграем. А почему бы нет? А сейчас, может, повезет, и я что-то хорошее это самое. Так, тикет и рояль-желейка. 15 ананасов и рояль-желейка. Ну, тут либо тикет, либо рояль-желейку забирать. Но тикет я не найду. Можно рискнуть, конечно. Давайте сейчас рискнем. Боже, 5 тикетов. И где это может быть? Ну, давайте сюда. Блин. Надо было просто в другую сторону повернуть. Ну, ладно. Короче, не судьба. 25 тысяч меда просто слили. Тогда, ребят, просто, ну, у нас сейчас пошел такой вот напряжной момент. Сложные квесты, сложные задания, сложные времена... Сложные покупки. Короче, давайте сейчас пойдем мантиса убить и выполнять задание черного мишки. Там вроде же 300 тысяч нужно. Так, ребята, давайте. Покойтесь с миром. Готовьте награду. Выворачивайте свои кошельки и уходите отсюда. Через 5 минут, чтобы тут как тут были. Поняли? Че ты прыгаешь? А может, давайте я попрыгаю. Посмотрим, будет меня атаковать или нет. Ребята говорили, что можно на месте прыгать, он атаковать не будет. К сожалению, я не успел проверить. Он умер быстрее, чем... Он смог прыгнуть. Ладно, тогда просто встаем, ребят, в АФК. А, блин, ребят, я же квест должен был отдать, так и не отдал. Ну ладно, еще давайте к панде Мишке пойдем. Блин, надо было раньше это вот прям сразу повернуть, как я тут только что был. Вот была бы масочка, я бы взял и выпрыгнул, и все. Так, привет. 1000 мед. Боже, ты что, смешной? Какой 1000 меда и рель-желейка? Божечки, мне даже не хочется выполнять его квесты. Вообще какие-то стыдные квесты. Вот тебе не стыдно, Мишка-панда, Кунг-фу-панда. Божечки, как это, какой это нубик там? Ну не, ребят, тоже надо выполнять квесты. Там в конце он стар-печеньку дает. Вроде бы еще дает золотые яйца, но это не точно, я этого не помню. Вот стар-печеньку точно дает. Окей, давайте сейчас скорпионов убьем и встаем, ребят, в АФК фармить пампкин. А, мы много не нафармим, у нас почти рюкзак забит. Ну, тогда еще пойдем разгрузим рюкзак, а потом станем в АФК. А что там, кстати, по поводу пушки? Сколько у нас уже? 24. Блин, нужно найти еще одну какую-то пчелку, которой у нас не было. И тогда, да, тогда я смогу с помощью пушки лететь куда-то.
Можно будет даже в этом ролике приобрести себе парашют, чтобы я уже с помощью красной пушки мог лететь куда хочу. Так, сколько? Один тикет? Ну, тоже нормально. Сколько у меня уже есть этих? 232. Давайте сейчас разгрузим рюкзак. Хотелось бы, конечно, еще одно яйцо в этом ролике купить. Но это дорого, ребят. Вот согласитесь, очень дорого. Пока что просто откладываем ресурсы. Покупаем сегодня масочку. Пару квестов выполняем. О, Silver Egg. Вы чё, ребят? А чё оно так вот стоит? Вот так вот смотрит на меня? А ну, давай быстро волей. Cool B. Блин, фигня выпала. Ладно, 8 рояль-желеек. Там я не помню, нужны рояль-желейки для крафта или нет. Там вроде ананасы, мульчармы и что-то еще. А ладно, потом найдем. Брав, Раскал. Одну пчелку, пожалуйста. Стаборн, Схаудит. А, ладно, я пока что оставлю Схаудита. Он там бус-бомбочку дает, он там бесконечно пахает. Ну тогда пускай работает. Ну и плюс Линк дает. Да, токен Линка. Хорошая пчелка, вот она мне очень нравится. Она никогда меня не покидает, она всегда рядышком со мной. Ладно, давайте сейчас ее ананасиками закормим. Прокачаем ей немножко уровень. Вот сразу 3 уровня. Теперь 4 даем, сразу 4 уровень. Теперь еще пару штук дадим и 5 уровень. Отлично, можно на этом остановиться. Окей, ну все, рюкзак расчистили. Молодцы, теперь давайте идем пешком на Пампкин. Встаем в АФК, ребят, я пока пойду там в тубзик. Там всякие вот такие вот разные дела у меня есть. А потом вернусь, надеюсь, что пока я вернусь, они сделают то, что я хотел. Накопают этих 400 тысяч быстро. Ребят, вы не поверите, но прошло 3 часа. Я отошел на пару минут, но пропал на пару часов. Сейчас у меня уже, ребята, 1 800 000. А должно было быть больше, но так как я стоял, фармился на Пампкине, то меня очень часто убивал этот волк. И, короче, ну, да, квест я выполнил. Вот видите, вот я сейчас вот сюда зайду. 315 накопано давно. Но когда последний раз меня убил волк, я что-то, ну, вот, когда перезашел, короче, забыл включить автоклик. И меня выбросило. В общем, сейчас давайте глянем на бейджик. Мне кажется, что у меня есть готовый бейджик. Pumpkin Badge, который увеличит разгрузку рюкзака. Отлично. Вот, 800 тысяч я накопал. Но этих 800 тысяч я ни капельки не получил. Потому что, ну, вот я 2 раза рюкзак потерял. Из-за того, что просто меня убил волк. Вот падла. Ладно, сдаем квест. Получаем 225 тысяч медом. Сейчас возьмем новый квест. 375 тысяч он нас просит собрать. Ну, это будет сложно. Это будет очень сложно. Давайте сейчас попробуем какой-то квест изичный выполнить. Или просто забить хоть разочек рюкзак. Хотелось бы, конечно, это все на синем поле сделать. Взять синий наплечник сейчас. А я так и сделаю, ребят. Сейчас смотрите, что я буду делать. Давайте идем в синий магазин, ребят. Сейчас я там включу бустер вот этот, который вот тут вот находится. Но сначала нужно плечи поменять. У меня сейчас стоит наплечник на скорость, а мне нужно на capacity и на синюю пыльцу 15%. Отлично. А теперь, ребят, я иду, включаю бустер. Вот он. Тут без разницы, на какое поле. Ну, выпало на Blue Flower. И это очень хорошо. Теперь смотрите, что я делаю. Я просто вот иду сюда. И, ребята, бегу по Берику. Ребят, на синее поле. Нам сейчас нужно, чтобы пчелка заспавнила этот буст, чтобы я сохранил X10. Буст от... на синюю пыльцу. Но мне кажется, что это я не смогу сохранить. А, либо сохраню, я не знаю. Сохранил! Вау, отлично, все. Теперь только по КД собирать эти бусты. И мне кажется, что этих 500 тысяч, ну почти 500 тысяч рюкзака, ребят, я забью очень быстро. Даже напрягаться не буду. Вот так вот, ребята. Вот это вот все надо собирать. Все токены, которые есть. К сожалению, скорость уже пропала. Я не уследил. О, ребят, с этим бонусом я теперь еще лучше буду фармиться. Но что-то мне кажется, что сейчас... Опа, 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 надо успеть. Все, успели. Понемножечку подвигаемся по полю, чтобы мы не копали те цветочки, которые уже давно скопаны. Так, надо это забрать. Вот, возобновить бонус. Главное не потерять. Вот, смотрите, уже 160 тысяч я нафармил. Квеста у меня никакого, к сожалению, нету. Хотя, в смысле, у меня нету никакого квеста, ребят. У меня квест вот на любую пыльцу. Смотрите, как быстро я выполнил. Почти. Вот, и уже 230 тысяч есть. Так, синюю пыльцу не прокакать нужно. Вот, собираем. Все. И фармим. Надо еще одну бэйби-пчелку. Она мне очень сильно понравилась. Вот, вначале она классно бустит. Вообще, топчик бустит. Сразу X2 просто умножает пыльцу вдвое. То есть, если бы у меня было уже 200%, если бы я взял буст этой пчелки, то я бы фармил в 4 раза больше. Это вообще топ. Смотрите, как на изи я выполнил квест черного мишки. Вообще, без напряга. Без единства.
общественного напряжения. Сейчас я просто пойду, сдам квест, вот, давайте докопаем рюкзак до конца, все-таки жалко, буст у меня полностью заряжен, вот, так, так, а, уже пропал, ну ладно, ну тогда давайте пошли. Если я сейчас разгружу рюкзак, это как раз 2,5 миллиона будет, я могу уже купить себе эту шляпу. Но давайте еще сдадим квест, посмотрим, что там он нам даст. Кстати, он там вроде бы предупреждал, что еще один квест, и ты получишь вроде бы что-то. Что, я не знаю, что именно, давайте сейчас получим. А, это же рояль-желейка. Ну и еще 8 квестов до Diamond Egg. 250 тысяч, нормально получили. А, давайте разгрузим рюкзак. Я бы, в принципе, мог был использовать микроконвертер, но пускай стоит, он мне особо не мешает. 39 мунчармов. Мне кажется, что еще серию 2... Нет, если будут такие серии, как сегодня, то таких серий нужно будет много. Хотя я вижу, смотрите, что я вижу. Вау, ребята, надо быстро идти. Смотрите, 20 тысяч осталось. Тут какие-то нубики фармят росточек. Я, то есть, зашел на сервак, я ростка не видел. Он только что появился. Я даже звука не слышал. Ну, вот сейчас вот на халяву будем собирать, ребята, лунные шармы. Я только сказал, что вот нужны... Блин, я наплечник поменял, у меня сейчас скорость немножечко слабовата. Ну и ладно. Так, смотрим на лунные шармы. Так, тут вижу один, тут сразу два. Надо постараться забрать. И вот это надо забрать, и вот это надо забрать. Отличненько. А еще вот этот. Блин, глиттеров что-то я не вижу, не наблюдаю. Так, сзади меня вижу куча лунных шармов. Забираем. Блин, исчез. Так, один прям под ногами появился. Ну, отлично, 14 штук собрал. Из 20 с чем-то там, я не знаю сколько. Ну, уже 53 есть муншарма. И это отлично, ребят, потому что это либо будут новые предметы с помощью муншармов, либо новый лунный амулет. Так, давайте сейчас я куплю эту себе шляпу. Ребят, давайте так вот крафтим. Что тут нам дает? 15% пыльцы, 5% к способностям пчелок, 10% защиты и 10% джампа. Ну, джамп у нас теперь вроде должен быть хороший. Еще надо ботинки вот эти купить. Давайте глянем, почем они. Опа, сразу на ботинки попали. 2 миллиона 200 тысяч. А что там у нас еще есть не купленного из этого магазина? Ну, только остался, ребят, парашютик. Вот. Парашютик вот этот. Канистра вот это еще. Блин, серьезно, я забыл канистру купить. Значит, мы это сделаем уже в следующей серии. Не сейчас. По пути поиграем еще разочек в рулеточку. Кстати, там вроде волчок выжил. Можно еще разочек волка убить. А, ладно, хотя бы рояль-желейку. Блин, тут и энзимка, и ойл, и тикет, и росток. Боже, какая классная рулетка попалась. Я ничего не выиграл. Попыток мало. Очень мало попыток. Так, Рино Битл, до свидания. Ты тоже давай, до свидания. Ого, дропинка, одна только. Ну, я замечаю, в последнее время очень часто выпадают не по одной, а по 10 штук сразу. Сколько у меня уже их есть? А, вот они, 113, ну, немного. Вот, тикет выпал. Я думал, 119 тикетов выпал. Я такой, нифига себе. А там только один выпал. Вот сейчас вот эту вот штуку используем. И по бэрику будем так, жух, и полетели. Вот на этих скоростях по бэрику раз, 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 раз. Так, тут, кстати, вроде бы должен паучок сейчас умереть еще по пути. Так, тихо, 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 тихо. Иди сюда. А чё одна пчелка? Где все? Вот видите, почему я уважаю вот эту вот шокированную пчелку. А, это не шокированная должна быть, это другая пчелка у нас с вечной энергией. Так, давай, умирай. Что? Только один ананасик. Ой, божечки, чё ты за какой такой жадный паучок? Попался нам. Ладно, еще давайте убьем мантисов. У нас как раз половину квеста выполнится. И еще волка надо закрыть. И то обязательно. Так, давайте станем вот так. Вот, смотрите, он сейчас будет подпрыгивать выше меня. Но он меня не заденет. Давай, пока. Все. Последний прыжок был. Так, и забираем сколько? Один тикет. Вот вообще какой-то жадный волк. Может, мантисы что-то ценное дадут. Кстати, у нас сейчас же есть... шляпка, с помощью которого я, возможно, смогу выпрыгнуть на блендер и забрать оттуда старжелейку. А давайте сейчас я попробую это и сделать. Так, вот. Ну и давайте попробуем. Так, нужно сначала сюда. А, блин, чуть-чуть не хватает. Ну, если я куплю в следующей серии ботинки, а ботинки я не куплю, потому что я куплю рюкзак, то тогда да, возможно, я выпрыгну. А сейчас, вот видите, что-то не дает мне вот этот блендер, чтобы... Опа! Как? Что? Как я так выпрыгнул? Вот видите, ребят, сюда! Я мог давно был выпрыгнуть, если бы я знал об этом. О, нифига себе, ребята, лайфхак. Как с блендера стащить старжелейку. Ну, а пока что, ребят, на этом давайте мы будем вспоминать, что мы сделали в этой серии. Ну, начнем мы с того, что я помню, что очень много квестов было выполнено в начале. Потом я вроде бы убил пару
волков, одного, двух и даже трех, возможно, за серию убил. Еще, ребята, я, возможно, даже не знаю. Ага, Silver Egg я получил у панды Мишки, использовал и достал какую-то фигню. Потом, еще, ребят, я купил себе вот такую вот масочку, которая позволяет мне высоко прыгать. Ну и все. Вот такие вот достижения сегодня в ролике. Также пару бейджиков открыл. Вот на Пампкине накопал очень много. На Blue Flower у меня тут вообще 1 500 000. Жестко. Очень жестко. А общей сложности у меня... Я уже потратил около 14 миллионов меда. Да, хорошо так, хорошенечко так вот забустились. А что там по пчелкам? Давайте глянем. 7000. Ой, много. 7500. А тут 8600. А здесь фигня. А здесь 10 тысяч. Ну, в общем, еще чуть-чуть, и скоро будут пчелки сами апаться на 7 левел. Даже не надо будет напрягаться. Вот, например, вот этой нужно еще чуть-чуть, и она будет уже нового уровня. Давайте мы ей скормим вот эти вот. Во, мы сразу задание выполнили. Там, где нужно было. Вот. Еще 3 штучки нужно закинуть, чтобы выполнить полностью задание Мазер Мишки. Вот. В одном из квестов. Вот так. Раз. Все. Задание выполнено. А 500 печенюг, это же 5000 опыта. Или не? Давайте сейчас какой-то пчелке дадим. Здесь вроде бы она. Вот. Сюда. Еще одна пчелка 7 уровня. Отлично. А что еще? Ну ладно, это уже сделаем в следующем ролике. Ну а пока что, ребята, я буду на этом прощаться. Вот такая вот серия. Если вам понравилось, ребята, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайкос, позитивный комментарий. На этом я буду с вами прощаться. С вами был Гуф-Гуф, бомжик. Всем пока, ребята. Всем бай-бай.